Громче можешь? Что у тебя случилось? На меня напали. И насиловать хотели. Это точно? А то у вас как? С вечера веселье, с утра насилие. Я хочу заявление написать. Без нас никак? Сами там не разберетесь? Я хочу, чтобы он по закону получил. Ума у пап нету, да? Сами гуляют, а потом законом подавай. Дайте бумагу, я напишу. Ладно, дай я бумагу. Пишите! Только в подробностях все. Где встретились? Куда затащил? Я сама пришла. Ну так и пиши. Мол, пришла сама по собственному желанию. Пила чего? Ликер. А ликер тебе тоже на силу заставляли пить? Вы точно в милиции работаете? Вы точно в милиции работаете? Точно! Не похоже. Пишите в подробностях, так положено. Слушай, для чего баб грамоте обучают? Чтобы они потом приходили, обиды свои описывали. Они завтра снова наликерятся, померятся, а потом прибежит нам заявление забирать. Я не заберу. Ага, то-то у нас первая такая, да? Слушай, что ты с ней возишься? Да пусть пишет. Бумага все стерпит. Пишите. Паркет! Что? Ничего не будет вам паркет? Куда тебя несет все время? Ну, мать твоя едет. И тут пыли столько, я тру, а ее все больше становится. Давай помогу. Иди, я сама. Бульон убегает. Бульон, чувствуешь, да? Здесь, по-моему, не убираюсь. Лет 10. Сколько? Ну, не знаю. Может, 20. А спрос все одно с меня будет. Хозяйка приедет, скажет, невестка, свинья. А я еще и тунеядка. С одной стороны, оказаться хорошо. Тебе надо искать работу. Куда же я пойду? На фабрику меня не возьмут. Почему? Как почему? У меня там зуб заточили. Я убежала с тобой. Не помнишь, что ли? Поезд прыгнула. Слушай, а у тебя же много знакомых. Может, ты меня присоветуешь куда? А что вы умеете? Готовить умею. Стирать могу. Вот, вот, вот. Чистить, белить, красить. Я все могу. Все, что хочешь. Ну, у нас домработниц нет официально.
так. Так, тряпка у тебя там. Угу. Тебе надо учиться пойти. Ты смеешься? Я школу еле закончила, думала, умру. А если еще учиться, точно скончаюсь. О, а, ты глянь. Давай. Неси тазик с водой. Давай, давай. У нас рабство давно отменили. А горячей воды нет, только холодная. Ой. Тебе с этим номером надо выступать в цирке. Внимание! На арене! Пока Сёмина борется с пылью. Сколько бы ни было пыли, я всю перетру. Я настырная. Ну, а я пошел бы в школу. Ага. Не, правда, классика только сейчас начинаю понимать. Что там их понимать? Они при царе писали. Власть была другая, люди другие. Двигайся. Держи, держи. Не знаю. Читаю, как будто написано про себя. А тоска иногда такая, хоть волком мой. Тоскую только дураки. Ни ума, ни фантазии. Вот я иногда иду, вижу магазин, а там манекены выставили. И такое платье хочу. И такие сапожки, такую беретку. Как представлю, ну где тут скучать? Ну, просто у вас такая натура. Цельная. А ты какая же? Я? Ты целый врач. Ну вот что тебе тосковать? Всегда будут и больные, и деньги, и почеты, и уважение. Ну, не знаю. Может, мне роман писать? Ты или тоскуешь? Ну, трудно так объяснить. Ну, в общем, словами не объяснить. Вот был у нас один бухгалтер. Ну, вроде мужик был. Детей не бил, жену не бил. Не как все. Только тосковал. И знаешь что? Что? Выпивать любил. Угорел от водки. Значит, вывод какой? Какой? Если пьешь, пей весело. Не тоскуй. Ну, при чем тут бухгалтер? Я не пью. А я тебе тосковать не дам. Вот так вот смахну твою тоску. Вот как эту пыль. Была и нет. На, выпей и закуси. Я тебе блинцы на скорую руку наладила. Вкусно как. У бабки брашку украла. Ну что с ней станется, она и не заметит. Я там воды подлила куда надо. И потом, Маш, мы тут за все уже заплатили. По 3 раза. Больно. А мне тогда? Ну, вот тебе и говорят, выпей. Не хочу я. Сейчас я там тебе приготовила. Это с травками. Маш, мы завтра припудрим, может, даже никто и не заметит. Я тебе так скажу. Плохого ничего не случилось. Он ведь не тронул тебя. Все забудется. Поживешь тут, а через год-два получишь ты эту койку. Не забудется. Я заявление в милицию написала. Ну, вот это ты зря, Маш. Ну, промолчать надо было. Ты же знаешь, какие у нас люди. Люди злые. Не жалеть они будут, а жалить. И что? Все так с рук его спустить? Да. Тише будет. Зой, ну хорошо я отбилась. Сколько у нас девчонок молодых? Ты думаешь, он чего такой смелый был? Да потому что наверняка кто-то ему попался. И все молчали. Надо это пресечь, чтобы ему неповадно было. Никто только этого не оценит. Никто не будет разбираться, кто прав, а кто виноват. И виновата будешь ты. Ну и пусть. Заявление не воротишь, будь что будет. Ох, Машка. Борешься ты, борешься. А из твоей борьбы один вред выйдет. Yeah.
свиданий наших каждое мгновение мы праздновали, как погребение. Ты была смелей, легче птичьего крыла по лестнице, как головокружение. Серёж, иди в магазин. Через ступени сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владения с той стороны зеркального стекла. Серёж, иди в магазин. Ну, возьми плащ. Возьми зонт, у тебя их много. Кто у нас добытчик? Я. Ну, вот иди. Давай, не голодными же сидеть. Ой, 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 щекотно. И сметану купи. Я тебе твою любимую яичницу сделаю. Здорово, сравнится! О, Любаня! Ну что, много дел наделали, а? Любка, с возвращением с того света. Ну? Небось, уже хотели на моих поминках выпить, закусить, да всплясать, да? Вот! Вот! Ленин живее всех живых, а я живее Ленина. Ой, ну ладно тебе. Закисли мы тут без тебя совсем. Хвосты же больше некому накрутить. Я вижу. Совсем девки от рук отбились, а? О! Это кто так Машку приласкал, а? Да мы спрашивали уже. Тихушничает. По нашим данным, некому. Ну, разве что только столб какой не вовремя на дорогу вышел. А. Ну, так не бывает. Вон, фингал есть, значит, и мужик есть. Скажу, легче станет. Нам нет. А тебе может быть. Ну-ка, пошли со мной. Как быстро. Ева очень хочет кушать. Что ты принес своей Еве? О, что еще за Ева? Ой. Я Нина. Елизавета Александровна, хозяйка этого дома. А мы вас через 3 дня ждем. Как ваша подагра не доконала? Вы, может быть, оденетесь, прежде чем здоровьем интересоваться? Можно подумать, от моих одежд ваше здоровье как будто лучше станет. Одевайтесь. Как скажете. Здравствуй, Сережа. Поняла? Не вам штрафовать, что ли? Смена как 5 минут, а не лясы точат. Ой, Вань, ты такой прям страшный, страшный. Боюсь, боюсь. Йо! А Маша где? Мне что из-за нее работать? Так ее Федоровна к себе увела. Зачем увела? Я сейчас у нее была, она мне ничего не сказала. Я про Машу предупредить хотела. А она что, нарочно была мутить опять? Она на парторга заявление подала. Забери ты заявление. Я тебя как человека прошу. Мы сами все решим. Получишь ты ордер. Дело не в ордере. А в чем? В принципе. В чем твой принцип? Человеку жизнь портить. Это не я порчу жизнь, это он портит. Да молчала бы в тряпочку. Тебя что, жизни лишили? Сколько у нас девчонок молодых, а? Ну сколько у нас их неопытных? Ты решила за всех пострадать. Святая нашлась. Наталья! Наталья!
Наталь, иди, Иван, долови, он к парторгу пошел. Охрана, все ко мне! Охрана, нападение на меня! Нападение, милиция! Уведите его! Уведите его! Пока Дедин говорил, пошли! Деды, уводите его нахуй! Пошли, пошли, Иван! Куда? Иван Васильевич, пошли! Посиди, Иван Васильевич! До милиции! Вперед, давай, на! Ее зовут Нина. Я ее люблю. А тебе ее не жаль? Ты не сказал, что уезжаешь? Еще не успел. На память. Хорошо. Если ты не едешь, остаешься из-за этой девушки. Я хотела бы спросить, а ты правда хочешь, чтобы она была матерью твоих детей? Ты видишь, как она разговаривает с твоим сыном? Ну, как я с тобой? При чем здесь дети? Суть человеческой жизни – продолжение рода. У твоего деда был твой отец. Бабушка его воспитала, я воспитала тебя. Ты – мое творение, со всеми достоинствами, недостатками. А что дальше, Сережа? Кто дальше? Тебе не кажется, что она вульгарна? Она свободна, мама. Это проявление жизни. Я не буду настаивать. Если хочешь, сели ее здесь со мной. Я все решу. Не думай обо мне. Как, собственно, никогда и не думал. Платье возьму? Конечно. Сумочку я тоже возьму. Можно я покурить выйду? Я не убегу. Да сиди уж. Зой, ненавижу тебя. Thank you.
Наталья Федоровна, что вам? Я насчет работника моего. У нас там драка была на фабрике. Да не драка. Так, сошлись из-за девки. Крику больше. Сошлись из-за девки? До тяжкого телесного? Вот, полюбуйтесь. Из хулиганских побуждений при осуществлении служебной деятельности потерпевшим. Так было? Может, можно как-то смягчить. Он через неделю женится, поумнеет, черт. Что смягчить? Тяжкие телесные повреждения? Вы как себе это представляете? И ваш этот черт, между прочим, не первый раз попадается. Да из-за девки все, из-за девки. Да он трезвый был, он ни в одном глазу. Вот очень хорошо, что трезвый. Это суд учтет. Вам, Наталья Федоровна, теперь надо будет на суде рассказывать и про девок, и про свадьбы. А мы что? У нас есть потерпевший и его заявление. У нас руки повязаны. Вернулась, сучья дочь. Чемоданчик навехонький. Сама как с ярмарки. Фу, что за дух? Дышать нечем, как покойника держите. Чего? Ваню посадили. Он с парторгом подрался, его теперь судить будут. А день сегодня прямо праздничный. Накрылась свадьба медным тазом. Ну зачем он парторгу пошел? Ну зачем? Да тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не плачь. Кто его знает, Зойка? Да ничего. Посидит. 3 года сохрани будет. Он налево точно не пойдет. Что ты за человек? Тут такое горе. Конечно. Твое горе – самое горькое горе. Пошли поговорим. Ванька на парторга полез. Из-за тебя? Угу. Не далась, значит. Еще и Ваньку втравила. Я сама разобраться хотела. Сама. И в милицию я сама пошла и заявление написала. А он, дурак, с кулаками полез. Я бы сама справилась. Спасать надо Ваньку. Как? Ну, ты же у нас умная. По мне так выход один. Нужно обмен провести. Ты свою кляузу из милиции заберешь, а парторг пусть скажет, что претензий к Ваньке не имеет. И возьмет на поруки или еще что. Как заберу? Пойдешь ногами, а заберешь руками. Другого выхода нет. Я заберу, а этот парторг не заберет. И что тогда? Тогда надо доходчиво объяснить этому парторгу, что ему так лучше. И припугнем. И заявление на него напишем, если надо. Нина. Нин. Ну я же сама ходила туда, ты понимаешь? Я же сама это заявление писала, и они мне его еще брать не хотели, я настояла. Я как сейчас приду? Я тебе что им скажу сейчас, что все, ничего не было? Да так и пойдешь. Скажешь, поняла, осознала, лишь бы отдали заявление твое. Ты как не в себе, честное слово. Тебе один день позориться, а Ваньке сидеть неизвестно сколько. Ты о нем подумай, не только о себе, гордый и правильный. Маша! Машенька, пожалуйста, ради меня спаси Ваню. Машу, пожалуйста. Ну встань ты. Я не встану. Только подучи не хватало. Не встану.
Не реви. Завтра пойдем договариваться. Никуда Машка не денется. Спасем. Ванька нам тут всем не чужой. Пойдем. Если жить собираешься, плати, как положено. За что платить? За халупу твою? Да тут доплачивать надо, что с тобой живут и помогают бабке немощной. Распомогались. Особенно ты. Да я каждую половицу в лицо знаю, так вылизывала. А воды сколько ношено? Не в каждой речке столько водится. Говорю тебе, или клади мне 5 рублей, или вали к Бобику своему. Да куда тебе эти деньги? Ну, поживу я недельку. Неужели обеднеешь? Ты свои 1000 хоть 10 лет трать, все равно не потратишь. А ты дура, девка. Я тебе говорила, все на свете свою цену имеет. И не всегда бумажную. Деньги, бумага. Не знак важен, а важна плата. А нет платы и нет тебя. Выйдешь, вернешься, вещи твои остыли. А не буду я платить. Выгонишь? Попробуй. Я всяко сильнее тебя. Как подойдешь, так и отлетишь. А вещи тронешь, сожгу халупу твою. Вместе с тобой, твоими 1000. Машка! Перед смертью не надышишься. Все, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с фабрики. По поводу нашего полмастера Ивана Васильевича. Пришла просить, чтобы вы его простили. А, засланный казачок. Сядет ваш Иван Васильевич. Лично проверю. А мы не с пустыми руками. У нас есть раз предложение. Любовное. Вы пишете, куда надо, что вы Ваню отпустили, что вы зла на него не держите. А мы свое заявление забираем на вас. И никто не в накладе. Вы свое отзываете, а мы свое. Все шито-крыто. Что значит шито-крыто? Кто ей поверит? Вы ничего не сделаете. Кто я и кто она? Ну что вы переживаете? Девушка не в себе была. Пошла заявление писать. Вы милосердствуйте. Так, концерт окончен? Погодите. А если я заявление напишу? Еще баб найду, кто напишет. Пишите. Хоть всей фабрикой пишите, а потом подотретесь. У нас, может, и подотрутся. Но вы-то здесь не останетесь. Вы же... наверх от уровня. А там, знаете, тесно, места мало. Ваш конкурент узнает, что у вас хвост. Да хвост трубой. А я девушка настырная. Я так это дело не оставлю. Я буду писать, куда вы не поедете. Про то, что вы у нас насильник по женскому полу. А не хотите, давайте мириться. Вы нам Ваню, а мы вам чистую совесть. Ну что же, я начала, потом в кусты, а? Позору сколько. Меня плюют. Ничего, походишь оплеванная. Ты сравни, тебе оплеванной походить, а Ваньке отсидеть. Кому лучше? Тебя послушайте, все так легко и просто. Знаешь, что между нами разница? Я себя не возношу. Я как сорная трава, меня куда брось, там я и прорасту. А ты у нас хризантема, уход за тобой нужен. Только вот ломают вас, а не нас. Нам все нипочем. Немного поломаешься, пошли. Я заявление 2 дня назад писала на изнасилование. Какое заявление? О, так это шликерница наша. Я писала заявление на Василия Пегасова. Ну и чего? Подробности какие-то вспомнила? Я хочу его забрать. Вот тебе подробности. Че, вспомнил, что походки было, да? Пиши. Основания нужны. Давай, че у тебя там передумалось? Ты давай только подробно пиши, что все понравилось. Что благодарность хахлю твоему выписали. Хватит издеваться! Хватит! Это что за комната смеха? Вы здесь что поставлены? Зубы скалить, доржать? Фамилии ваши как? Я сейчас в Москву напишу про вашу работу, не работа, а слезы. Еще одна писательница нарисовалась. Тоже ликер любишь? Люблю, можешь не сомневаться. Только тебе не обломится. Фамилия, говорю, как?
Ты смотри, сама же потом прибежишь писать заявление на насильников. По-другому запоешь. Даже не надейтесь. Написала? Да. Что тут? Претензий не имею. Вот и все, хватит с вас. Нет, ну приписать надо что-то. Как у такой девушки ошибка-то получилась? Сами припишите, что надо. Главное есть. Претензий не имеет. Все, пошли. Знаешь что? Давай иди. Мне за одним дело вернуться надо. Осторожней. Была невеста без жениха, а будешь еще и без глаза. Поделикатнее можно как-то? Ну, если бы ум был бы, то и деликатность без надобности. Всем по пилюле раздала. А что лечить-то? Тут сразу надо голову с плеч снимать. Как там Ванька? Сидит пока. Свадьба через 2 дня. Не пускают. Ванька прям какой-то заговоренный, что ли, а? Как свадьба, так расколдаж какой-то. Вовек ему не жениться. А все почему? Невеста не те. Не туда смотрит ваш Ванька. Уже пора. Пора. Подожди, 5 минуточек. Пора. Сереж, а можно мне здесь остаться? Нет. Завтра приезжает из командировки друг. Он там не мог подольше задержаться? Не мог. А когда ты комнату нам снимешь? Зарплату получу и сниму. Побыстрее или как? Там совсем плохо. Очень. Мне с тобой очень хорошо. Ты мою жизнь, мертвую жизнь делаешь живой. Это как? Как может быть жизнь мертвой? Тебе лучше даже близко не знать. Что, мне тогда завтра звонить? Звони. Хорошая работа. Да, ты... Берись тут. Угу. Ключи брось. Почтовый ящик. Угу, хорошо. Пока. Долго прощался. Угу. Я уж думал, все.
перевербовала она тебя. Не полетишь ты в свой Израиль. Хорошая девушка. Угу. Может, ага. Адрес ее оставишь? Я бы заглянул. Чего хорошей девушке-то пропадать? Ревнуешь? Тебе-то там чего? Считаешь, что на другом свете? Померли? Ты для нас, мы для тебя, к мертвым не ревнуют. Ладно, раз такой собственник, пускай пропадает. Пойдешь со мной погулять? Ты ласковая, говорю. Где встречаемся-то, Маша? Бери. Че, мало даю, да? Так ты пятерки не стоишь. Таких, как ты, за трешку пучок в базарный день даю. Так, а ну-ка пустите, а? Ага, обиделась. Пошли. О, защита пришла. Видишь, сейчас будем защищать. Ты что, страдаешь-то, а? Ну, народ такой. Поговорят и забудут. Тут ничего не поделаешь. Потерпи пока. Ну, никто не заступится даже. Что ты хочешь? Смертный бой, что ли, а? Вон, война закончилась, и все мужики должны погибнуть за тебя. Вон, кашу заварил, сама кушай. Легче живи, девка, а. Ну, до драков не траться. Жизнь, она такая долгая. Намучаешься еще. Люба! Что? У ТК жалуются, брака много. Так сырье какое? Они видели? У всех такое. А брака у тебя больше всех. На что намекаешь? Я останусь без премии? Вот что. Переходи-ка ты в ОТК. Там поспокойнее. И на ноги нагрузки меньше. Что мне такое предлагаешь, а? Что ты инвалид? Ладно. Сколько там на нас? На мне три души. Ужаться придется. Твой пусть меньше заливает за воротник. Вот тебе и достаток. Знаешь что, я... Люба.
Любань, ты чего? В отставку ухожу. Ну, вы тут особо не радуйтесь. Я вам спуску не дам. Я над всеми вами покомандую. Сейчас еще. Вот бабка печь натопила. Прямо перед свадьбой чад да духота. От этого чада у Зойки мозги текут. Хватит топить, дышать нечем. Мы жениха ждем. Меня за что? Ждите своего жениха. Я своего жду. Так, пошли. Готовиться будем. А его не отпустим. А может, и отпустят, только он ко мне не придет. Зачем ему ко мне приходить? Зачем я верила? Придет, не придет, твое дело готовься. Апрель или нет, там посмотрим. Ты куда ты, лунатик? Приехал! Приехал! Ты что наделала? Все пустое. Что ты наделала? Все пустое. Ваня? Что вы тут зажжете? Платье невеста сожгла. Жениха не дождалась. Нет, Ваня, они. Кто у нас тут Трегубова? А ты кто такой? Осмотреться тут у вас надо. Сигнал получили? Ведете запрещенную деятельность. Занимаетесь самогоноварением. Проводите подпольные аборты. Не провожу. Это наговор. А самогон, это весь поселок посадить можно. Разберемся. Придется с нами проехать в отделение. Барышни, вы постойте. Понятыми будете. Я со своего двора никуда не пойду. Девки! Кто из вас меня сдал? Эх вы! Жили год, как родные! Всем пользовались! Вы сами пройдете или вас вывезти? Уйди! Место указали, чтоб вам пусто было. Я же вас прокляну! Не отстану, пока не сведу! Вы у меня выйдь! Будете! Только зря все! Сказала тебе! Никуда не выйду со двора! Не хотелось бы применять силу! Не применишь! Знаю, зачем пришли. Деньги ищите. Она вон не нашла. И вы не найдете. Есть у пристройки живое что-то там. Живое? Было. Так, пойдемте, я последний раз предлагаю. Помогите гражданке пройти. Э,
Да она не дышит. Как это не дышит? Мы только что с ней разговаривали. Притворяется? Нет, готова. Как такое может быть? Сердце не выдержало, разорвалось. Говорят же, ведьма, они могут сердце останавливать силой воли. А потом что, оживет? Это навряд ли. Хоть ведьма, хоть баба, навряд ли. Будем делать. Я туда зайти не могу. Не то, что жить. Неженки какие. Подумаешь, покойник, и что? Вам с ним в гробу не лежать. Отнесут, похоронят. В отделении ты оставалась. С заявлением ходили. Твоя работа. А если моя, то что? Убийца она. Хуже, чем убийца. Деньги со всех тянула, кровососиха. Собаки — собачья смерть. Сдала ты, а прокляла на всех троих. Прокляла. Заколдовала. Помрем не сегодня, так завтра. Да не все. Ты вот, например, козленочком станешь. Да ты и так коза страшная. Вот пойди. Тихо! К тебе! Тихо! Жене глаз и не кажет. Вещи соберем и уйдем. Куда? Да кому мы нужны? Сождались нас. Держи карман шире. Арестантов же не берете? Я что-то не понимаю, тут кто замуж-то идет, а? Я. Замуж я иду. Я сейчас. Ну чё, как покаталась курортница? Хорошо поездила. Будет что вспомнить. Да? А выглядишь, как со смертью повидалась. А может, и повидалась. А теперь в ЗАГС хочу тебя проводить. Вот разогналась, а. Не будет тебя там. Меня невеста берет. Не будет тебе. Катись, откуда прикатилась. Или уже не нужна там? Наигрались? Вот я дура. Зря я тебя спасала. Сидел бы ты лучше. Ты же по воле ходишь благодаря мне. Тихо, 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 тихо. Ни ко времени, ни к месту. И так тошно. Тошно ей. А ее берешь? Она тебе ничем не виновата? Не из-за нее ты загремел? Нет, не из-за нее. Да не ври. Ты в драку полез из-за нее. А спасла я. Я ее поджопниками гнала заявление забирать. Я с парторгом договаривалась, а она пальцем не пошевелила. Разлюбезная ваша Маша. Спасибо не скажу, не жди. С Машкой отдельный разговор. Все хорошие, одна я плохая. А знаете что? В гробу я видела вашу свадьбу. Что за разговор со мной? Правду говорят, чтобы сама к нему ходила. Себя предлагала. Какая теперь разница? Нет, разница есть. Тебе, видать, нет. Едем? Я не поеду. Да ты что, Маш? А свидетельницей кто будет? Одну меня хотите бросить? Да не хочет, пусть не едет. Свидетельницу найдем. Пошли. Huh?
Вот и разошлись наши дорожки. Ну, не поминайте лихо. Как скажешь. Живите, как хотите. Объявляю